Здравствуйте, в эфире «Настоящее время» и студии в Вашингтоне. С вами Игорь Тихоненко. Сегодня главное в программе. Международные эксперты опровергают заявление Москвы об объединении Ан-Нусра и ИГИЛ. Россия же продолжает наносить воздушные удары. На фоне волны насилия в Израиле и на палестинских территориях госсекретарь Джон Керри встретился с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху. И контрабанда на восток Украины. Что везут через линию соприкосновения? И сколько стоит нарушить закон? Но начинаем мы, как обычно, с новостей из Праги. Тимур, пожалуйста. И действительно, это настоящее время из Праги. Я Тимур Олевский, и я представлю вам новости, подготовленные нашей командой. Итак, боевики Исламского государства и отряды исламистского движения «Фронт Аль-Нусра», обе организации, кстати, запрещены в России, собираются объединиться в борьбе против войск Башара Асада. Об этом сегодня заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков. Средствами радиоразведки перехвачена информация о начале переговоров командиров нескольких крупных отрядов террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» с командирами террористической организации ИГИЛ об объединении сил для сдерживания наступления сирийских правительственных войск. Заявление это прозвучало на фоне слов о том, что российская авиация бомбит вовсе не ИГИЛ, а другие группировки, воюющие с Асадом, и враждебные Исламскому государству в том числе. В частности, речь идет, кстати, и об Аль-Нусра, но официальной информации Минобороны, по ней летчики военно-космических сил уничтожили его оружейный завод и крупный полевой лагерь. Они пытаются представить все оппозиционные группы как ИГИЛ или имеющие связь с ИГИЛ, что, конечно же, неправда. Это важно. Представитель Минобороны сказал «Ан-Нусра» и другие группы. Таким образом, они пытаются объяснить, почему большинство авиаударов пришлось на районы, которые ИГИЛ не контролирует. Если бы они действительно целились в ИГИЛ, они бы такого не говорили. У Ан-Нусра и ИГИЛ действительно есть общий враг, хотя они и конфликтуют друг с другом. Однако альянс сейчас кажется мне маловероятным, особенно учитывая, что ИГИЛ потерял преимущество в связи с авиаударами русских и коалиции под руководством американцев. К тому же сейчас другие оппозиционные группы пытаются объединиться с Ан-Нусрой. Ну а российские телеканалы уделяют Сирии эфирного времени не меньше, чем год назад войне в Украине, и зачастую ход боевых действий комментируют те же самые люди. Но иногда случаются осечки. И кажется, свидетелем такого промаха стали зрители Первого канала во время шоу «Время покажет» с Петром Толстым и Александром Гордоном. Там представитель Сирийского национального совета в Москве усомнился в официальной российской версии событий. Режим Асада, который убит... Мы, по нашим расчетам, не менее 500 000 человек. ИГИЛ убил, может, несколько тысяч всего. Вот где террор? Этот режим, который 500 000, 4 000 000 за границей или 5 000 000 беженцев, внутри страны около 7 000 000. Угу. Вот понимаете, понимаю. Причина это, послушайте, что режим источник терроризма в Сирии. Знаете, кто занимался терроризмом, знаете, против Ирака? Хорошо, это то есть по этой логике тогда вы должны быть против российской операции в Сирии. Я правильно против, вас понимаю? Конечно. Это самая удобная ситуация сейчас. И она никакого эффекта не даст, как и американская, потому что бомбежки не решат вопрос. Только сирийцы могут выгнать ИГИЛа из Сирии. Я не понимаю, кто это, если этот человек. Российских, между прочим. Сейчас самая удобная ситуация. Ребят, вы говорите так, как будто знаете, кто это. Сейчас самая удобная ситуация. Кто вы? Представьтесь, пожалуйста, вы кто? Живой сириец. Да. Ну, мы узнали, кто это. С Махмудом Аль-Хамзой мы связались по телефону и выяснили его, собственно, отношение и отношение светской оппозиции Сирии к еще одной российской инициативе. Открыть в Москве представительство сирийского Курдистана. Если это случится, это будет доказательство тому, что Россия поддерживает разделение Сирии. Есть города, где живут курды. Вы знаете, курдов в этих городах 30%. Потом мы, как демократическая оппозиция, мы говорим, что курды, все национальности, все религии, конфессии, все должны иметь права в новой Сирии. Поэтому говорит о Курдистане, Сирии или сирийском Курдистане, это провокация. А тем временем США и Россия подписали соглашение о безопасности полетов над Сирией. Тему Сирии продолжают наши коллеги в Вашингтоне. Игорь, вам слово.
Спасибо, Тимур. Однако это правда. Да? Однако у этого соглашения есть и противники. Сенатор Джон Маккейн, например, назвал аморальным это соглашение о предотвращении конфликтов в небе над Сирией, заявив, что оно дает российскому президенту Владимиру Путину зеленый свет для бомбардировок американских союзников. Соглашение, объявленное Пентагоном во вторник, включает меры по обеспечению безопасности полетов над районами боевых действий в Сирии. В Пентагоне неоднократно подчеркивали, что подписание соглашения не означает поддержки российского вмешательства в Сирии и не свидетельствует о сотрудничестве с Москвой. Представители США и России проведут первые переговоры по Сирии лицом к лицу, после того, как российские военные самолеты начали выполнять боевые операции на сирийской территории. Госсекретарь США Джон Керри встретится в пятницу в Вене со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, а также главами дипломатических ведомств Саудовской Аравии и Турции. По данным газеты Wall Street Journal, на переговорах Керри озвучит опасения Соединенных Штатов по поводу российских авиаударов по противникам режима Асада и заявит о необходимости политических преобразований в Сирии, в результате которых Асад будет смещен с должности. Россия же попытается позиционировать себя на переговорах как силу, обладающую серьезным влиянием в регионе, пишет издание. Между тем, более 100 российских грузовых кораблей прибыли в Сирию в течение последней недели. Морской транзит достиг годового пика после того, как Россия начала поддержку Башара Асада. Согласно судоходным записям и данным морской разведки и международных торговых ресурсов, корабли прибывают напрямую из России через Черное море. В записях отмечены грузы, предназначенные для поддержки наступления, а также поставки продовольствия. Госсекретарь США Джон Керри встретился в четверг в Берлине с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху на фоне волны насилия в Израиле и на палестинских территориях. Атаки в Израиле продолжаются с начала октября. Погибли 9 израильтян и 48 палестинцев. Подробности о встрече у Наташи Мозговой. На берлинской встрече Бениамин Нетаньяху поблагодарил Джона Керри и США за осуждение атак против израильских граждан, а также за поддержку позиции Израиля в ЮНЕСКО. Напомним, агентство ООН по вопросам образования, науки и культуры приняло резолюцию, признавшую частью Палестины еврейские святыни, пещеру патриархов в Хевроне и гробницу Рахели на границе Иерусалима и Вифлеема. Делегация США назвала резолюцию крайне политизированной и проголосовала против. Вчера был тяжелый день. У нас произошли 4 террористических атаки. Это утро началось с нападения 2 террористов на школьный автобус. Нет сомнений в том, что эта волна нападений – результат подстрекательства со стороны исламистов. И, к сожалению, я вынужден сказать, также президента Махмуда Аббаса и палестинской автономии. Я считаю, что международное сообщество должно призвать президента Аббаса прекратить распространять ложь про Израиль. Ложь о том, что Израиль собирается изменить статус-кво на Храмовой горе. Ложь о том, что Израиль собирается разрушить мечеть Алякса, ложь о том, что Израиль казнит палестинцев. Все это ложь. Керри, в свою очередь, призвал Нетаньяху перейти от слов к делам и выразил надежду на возобновление мирного процесса, который в очередной раз зашел в тупик весной 2014 года. Берлинская встреча произошла на фоне скандала, вызванного словами Нетаньяху о том, что к идее Холокоста Гитлера якобы подтолкнул один из лидеров Палестины во времена британского мандата. Канцлеру Германии Ангеле Меркель пришлось специально разъяснять, что ответственность за Холокост несут не палестинцы, а нацисты, и Германия не видит причин, цитата, «менять видение истории». Так что слова госсекретаря США Джона Керри о необходимости прекратить любое подстрекательство можно в некоторой степени отнести и к словам Нетаньяху. Крайне важно договориться о мерах, которые необходимо предпринять, чтобы мы могли преодолеть стадию осуждений чистой риторики. Абсолютно критично прекратить любое подстрекательство и насилие и нащупать путь вперед, которого сейчас нет, ради широкомасштабного дипломатического процесса. Нам нужно сделать эти шаги, но сегодня мы, я и вы, можем реально возобновить этот процесс. Мы это уже проходили, мы хорошо друг друга знаем. Я верю, что у нас есть возможность добиться положительных сдвигов. Между тем, администрация США обсуждает с израильским руководством возможность увеличения объемов военной помощи. Речь идет приблизительно о миллиарде долларов в год, начиная с 2019 года, в дополнение к уже существующей ежегодной помощи в 3 с лишним миллиарда долларов. США, Великобритания, Франция и Германия призвали Комитет по вопросу санкций в отношении Ирана при Совете Безопасности ООН принять меры по поводу испытательного запуска ракеты, который, по их мнению, нарушил запрет ООН. Вышеупомянутые страны убеждены, что испытуемая ракета способна нести ядерный заряд. В Тегеране отрицают такую возможность. Тем временем верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи поддержал сделку Тегерана с 6 стран-посредников по иранской атомной программе. Однако призвал устранить некоторые двусмысленности в соглашении. В письме президенту Ирана Хасану Рухани он заявил, что соблюдение сделки должно тщательно контролироваться правительством, поскольку, по его убеждению, властям США нельзя доверять.
Эфир продолжат коллеги в Праге. Тимур, пожалуйста. Игорь, спасибо. Уже в эти выходные в Украине состоятся местные выборы. За самыми важными и интересными кампаниями следим и мы. В Одессе результат выборов очень важен для губернатора Михаила Саакашвили, который пообещал сделать из города витрину реформ. В Киеве за пост мэра сражаются все ведущие партии, включая блок Петра Порошенко и представители олигархов некоторых. А в Мариуполе выборы могут вообще не состояться. Центризбирком Украины сообщает о конфликте в местном избиркоме. Источник в администрации Донецкой области ранее говорил, что в Мариуполе могут победить пророссийские силы. Голосование пройдет и 25 октября на всей территории страны, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольных властям районов Донецкой и Луганской областей. Не смогут голосовать не только те, кто остался в самопровозглашенных республиках, но и многие из тех, кто оттуда уехал. Ведь у вынужденных переселенцев бывает, что нет прописки на новом месте, а без нее к местным выборам не допускают. Об этом репортаж из Львова Ирины Сандуляк. Татьяна несколько раз меняла прописку из Крыма в Киев, потом обратно и еще пару переездов в родной Ялте. И каждый раз именно через смену места регистрации не могла голосовать. По новому адресу девушку не вносили в список избирателей. Только один раз я смогла проголосовать, когда я пришла на так называемый референдум по присоединению Крыма к России. И в российском списке я была. Чужая страна знала обо мне больше, чем моя собственная. Сейчас Татьяна с мужем живут во Львове, арендуют помещение в центре, наняли персонал и открыли первое в городе зоокафе с десятком кошек. Из-за них, говорит девушка, даже на ветеринара учиться пошла. Я учусь здесь в университете. Я плачу налоги, просто кучу налогов, и у меня нет права голоса. Но таков закон, говорят во Львовской городской избирательной комиссии. Право голосовать за мэра и депутатов городского совета зависит не от уплаченных в местный бюджет денег или общественной активности, а исключительно от штампа в паспорте. Если у человека есть квартира, где он может зарегистрироваться, или он пропишется у родственников, друзей, знакомых, у любых людей, тогда имеет право обратиться в реестр избирателей, и его внесут в список избирателей. В такой ситуации проще всего студентам. Их на время учебы регистрируют в общежитиях. Ну а остальным нужно покупать жилье. Для большинства переселенцев этот вариант недоступен. Только во Львове без права голоса остались несколько тысяч активных и патриотичных граждан, говорит автор проекта «Вынуждена безголосая» Алим Алиев. В Украине таких избирателей 1,5 миллиона. Выборы для переселенцев – это не бонусы или преференции. На наш взгляд, это ответственность. Ты приезжаешь на новое место, находишь новый дом и берешь на себя часть ответственности за то, что здесь происходит. Решить проблему может только парламент, но из трех предложенных законопроектов ни один в Верховной Раде не рассмотрели. И, похоже, уже и не рассмотрят. Парламентарии снова соберутся только после выборов. Вынужденные переселенцы сами себя называют срезом общества. Кто-то даже с пропиской на выборы не пойдет, но тем, кто поактивнее, важно стать частью нового общества, в том числе и через выборы. Ирина Сандуляк, «Настоящее время, Украина». Мы посмотрим, как с этим справится Центральная избирательная комиссия Украины. А тем временем поток контрабанды на востоке Украины снизился. Об этом говорят украинские военные. Они это связывают с расследованием гибели в сентябре членов мобильной группы по противодействию контрабандистам. Кстати, контрабандисты придумали новые способы доставки товаров на территорию сепаратистов. И об этом наш корреспондент Ольга Калиниченко. С этой стороны стояла мина МОН-90. Это место гибели волонтеров, которые расследовали контрабандные тропы в зоне боевых действий. Их машина подорвалась на управляемом мини-МОН. В результате погибли 2 человека. За расследование взялась военная прокуратура. Следователи подозревают, что гибели причастны бойцы 92-й бригады ВСУ, возможно, покрывающие контрабанду. Сами бойцы называют это бредом. Говорят, через 3 их переправы на ту сторону проехать просто невозможно. Ну, вы сами видите, что здесь невозможно проехать никакой фури. Тут легче всего пройти пешком, да? Тем более на себе перенести груз невозможно. Нелегальный провоз товаров в самопровозглашенную ЛНР все же есть. Этот факт подтверждает один из демобилизованных бойцов ВСУ, который лично участвовал в задержании контрабандистов и на условиях анонимности согласился с нами поговорить. По его словам, после гибели волонтеров и пристального внимания прокуратуры к данному вопросу объемы перевозок значительно снизились, но до конца не исчезли. Контрабандисты пересели на негабаритные машины. Перевозят в основном водку, вино и куриные окорочка. Приблизительно цена
была около 2-4 гривен за килограмм. То есть, если здесь там окорочка стоит 25 гривен, то там они стоят около 75. Вот как бы навар оставался у тех, кто пропускает этот груз. Мне известен случай, когда была задержана машина с группой лиц, которые ехали в обход всех блокпостов и пытались проехать на ту сторону. Люди имели луганскую прописку. Раз люди пытались туда проехать, значит, они имели как бы какой-то маршрут движения. Значит, соответственно, есть маршрут движения с той стороны. Сегодня туда везется груз кабачков, а в обратном направлении везется груз тротила. Официально такие перемещения через линию разграничения контрабанды не считаются. Согласно букве закона, контрабанда – это пересечение только государственной границы, а таковой в зоне боевых действий нет. На данный момент следователи СБУ расследуют 9 таких уголовных производств. Еще 6 на расследовании в военной прокуратуре, 2 из которых уже рассмотрел суд. В результате 3 военнослужащих получили реальный срок. Ольга Калинченко, Илья Никонов, «Настоящее время», Луганская область. Ну а сейчас пришло время передавать слово коллегам в Вашингтоне. Игорь. Спасибо, Тимур. В Конгрессе США под эгидой Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе прошли специальные слушания. На них были приглашены представители разных стран и областей деятельности, имеющие отношение к правозащитному движению в России. По их утверждению, отношения России и Запада могут успешно развиваться только при укреплении двусторонней безопасности, экономического сотрудничества и соблюдении прав человека. Вадим Оленчев продолжит тему. Выводы специалистов и правозащитников неутешительные. Международные нормы, гражданские свободы и права человека нарушаются властями России в масштабах, которые все чаще напоминают времена Советского Союза. Об этом говорил на Капитолии Тим Осборн. Тим входит в совет директоров компании GML, которая являлась основным акционером российского нефтегиганта ЮКОС. Теперь GML пытается вернуть своим инвесторам миллиарды долларов, которых они лишились после ликвидации ЮКОСа в 2007 году. Кремль демонстрирует почти полное отсутствие интереса к букве закона, и нам приходится действовать через международную судебную систему, потому что те нормы и обязательства, под которыми Россия подписалась, она не выполняет. Однако мы должны добиться того, чтобы российские власти все-таки начали это делать, включая выполнение решений Европейского суда по правам человека. Увы, сейчас власти России предпочитают эти решения игнорировать и двигаются по пути, ведущему к тоталитарному государственному устройству. По подсчетам российской правозащитной организации «Мемориал», в Российской Федерации сейчас содержатся под стражей более 50 политзаключенных. Среди них украинская военная летчица и депутат Верховной Рады Надежда Савченко, похищенная и насильственно вывезенная из Украины в Россию. Ей предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы, а также в действиях, которые якобы привели к гибели в Украине 2 российских журналистов. Еще более тяжелая участь постигла украинского кинорежиссера Олега Сенцова. В августе нынешнего года Сенцов был признан виновным в террористической деятельности и приговорен к 20 годам лишения свободы. Органы Евросоюза заявили, что такие действия противоречат международному праву и базовым стандартам правосудия. Ведущие российские оппозиционеры призывают американских законодателей усилить давление на Кремль с тем, чтобы помочь правозащитному движению в России. Правозащитник и журналист Владимир Карамурза-младший обратился к законодателям на Капитолии с призывом усилить действия принятого 3 года назад закона Магнитского. И, к сожалению, по-прежнему мы видим, что то, как этот закон притворяется в жизнь, на мой взгляд, недостаточно активно. Те имена, которые объявляла администрация в последние 3 года, это в основном, ну, как мы говорим, стрелочники, то есть люди не очень высокого уровня. Мне кажется, не должно быть никаких потолков в исполнении этого закона. Не нужно бояться постов, чинов, имен. И высокопоставленные нарушители прав человека, люди, которые нарушают права российских граждан, воруют деньги российских налогоплательщиков, какие бы высокие посты они ни занимали, они должны тоже покрываться этим законом. Их имена тоже должны вноситься в визовые списки. Определенные шаги в этом направлении уже предпринимаются. Напомним, в конце сентября Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию за номером 50. В ней, в числе прочего, выражается осуждение и призыв к немедленному освобождению Надежды Савченко и прочих граждан, которых правозащитные организации считают политзаключенными. Кроме того, резолюция требует от администрации США введения дополнительных санкций против лиц, причастных к данным нарушениям прав человека. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев, «Настоящее время», Вашингтон. Несмотря на то, что Госдепартамент США осудил результаты последних выборов в Беларуси, назвав их
цитата, несоответствующими данным белорусскими властями обязательствам. В Вашингтоне поговаривают, что США могут снять часть санкций с белорусского режима и начать выстраивать двусторонние отношения. На Западе звучит мнение о том, что события в Украине оттолкнули президента Беларуси Александра Лукашенко от Владимира Путина и заставили его бояться повторения крымского сценария. Именно поэтому, полагают эксперты и политики, Западу следует забыть все грехи Лукашенко в сфере прав человека и, использовав момент, постараться, наконец, вывести его из-под влияния Кремля. Старший директор по вопросам прав человека и демократии в Институте Маккейна, бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крамер, не разделяет этой точки зрения. Он также считает не вполне правильным приостановку отдельных санкций европейцами. Они оставили в силе санкции против четырех лиц, которых они считают причастными к политическим исчезновениям 99-го и 2000-го годов. Сняв санкции, пусть и временно, мне кажется, они зашли слишком далеко. Я так считаю, потому что ни один из политических заключенных, которых они освободили в сентябре, не был реабилитирован. И со стороны ЕС и США это было одним из условий для режима. Не просто освобождение политических заключенных, но и их полная реабилитация. Однако этого не произошло. На Западе существует сильная заинтересованность от стран Беларусь от России, позволить ей быть более западной. Однако я думаю, что это ошибка. Да, Соединенные Штаты заинтересованы в нормализации отношений с Беларусью, включая возвращение посла в Минск и всех сотрудников диппредставительства США, многие из которых были вынуждены покинуть Беларусь еще в 2008 году. В то же самое время мы забываем, что сегодня в Беларуси практически не осталось политической оппозиции. Гражданское общество подавлено, журналисты подвержены цензуре, и способность высказывать свое мнение или критиковать Лукашенко по существу отсутствует. Поэтому, на мой взгляд, страна продолжает оставаться авторитарным режимом. В эти минуты в Палате представителей США проходят специальные слушания, посвященные расследованию инцидента, произошедшего в Бенгази в сентябре 2012 года. В слушаниях участвует бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, которую некоторые законодатели, в основном республиканцы, обвиняют в халатности и недостаточном обеспечении безопасности американского консульства в Бенгази. Напомним, тогда в результате массированной террористической атаки на дипмиссию погибли 4 американца, включая посла США в Ливии Кристофера Стивенса. И сейчас к нам на связь из Конгресса выходит наш корреспондент Роман Мамонов. Роман, здравствуй. Многие политические обозреватели говорили о том, что эти слушания станут очередным политическим шоу республиканцев и демократов. Так ли это, во-первых, и насколько хорошо защищается сегодня Хиллари Клинтон? Приветствую, Игорь. Действительно, это все похоже на такую, знаете, рассчитанную на телевизионные камеры политическую битву с самого начала. Представители республиканской демократической партии, состоящие в комитете по делам Бенгази, что называется, двинулись в бой. Глава комитета Гауди заявил, конечно, об ответственности Хиллари Клинтон, заявил о том, что ее сотрудники отказывались давать показания, говорил о достаточно серьезном вопросе, о том, что электронная почта Хиллари Клинтон в течение длительного времени была вообще недоступна Госдепартаменту, а затем и членам этого самого комитета. В ответ представители Демократической партии обвинили республиканцев, по сути, в политической расправе, напомнив, что на работу этого комитета было потрачено почти 5 миллионов долларов, проведено полсотни интервью, но новых фактов, которые бы каким-то образом разоблачали Клинтон по сравнению с предыдущими расследованиями, которые проводились, опять же, Палатой представителей, а также Сенатом, не говоря уже об официальных ведомствах, ничего нового якобы найдено не было. И тут, конечно, член Палаты представителей Каммингс от Демократической партии был очень эмоционален, размахивал руками, достаточно на повышенных тонах разговаривал. Что касается, кстати, Хиллари Клинтон, она на удивление спокойна, если сравнивать с предыдущими ее появлениями. Надо напомнить, что это ее четвертый, если мне не изменяет память, дача показаний. И все это касается трагедии, развернувшейся 11 сентября 2012 года. В ливийском Бенгази якобы по причине презентации мировой премьеры фильма «Невинность мусульман» прошли беспорядки. Как казалось, тогда казалось стихийные. В результате атаки на американское представительство в Бенгази погиб посол Кристофер Стивенс и еще трое сотрудников дипломатического ведомства. В этот момент Хиллари Клинтон, собственно, была главой государственного департамента, и понятно, что на нее посыпались все шишки. Она выступала крайне эмоционально на предыдущих слушаниях. Было видно, что, конечно, это все политическая такая атака, но
А понятно, что в нынешней ситуации это имеет принципиальное значение, потому что приближаются выборы, она главный кандидат, и исход этих слушаний будет означать серьезные последствия для ее рейтингов. Игорь. Спасибо, Роман. Наш корреспондент Роман Мамонов выходил на прямую связь из Конгресса США, где в Комитете по расследованию произошедшего в Бенгази проходит слушание с участием бывшего госсекретаря США и главного кандидата на пост президента этой страны от демократической партии Хиллари Клинтон. Между тем, в среду вице-президент США Джо Байден отказался от участия в выборах 2016 года. Он бы стал главным соперником Клинтон. Клинтон же, реагируя на эту новость, написала в Твиттере, что Байден, цитата, «хороший друг и прекрасный человек. Сегодня и всегда он вдохновляет меня своим оптимизмом и приверженностью делу улучшения мира». Конец цитаты. И снова эфир из Праги. Тимур, слово вам. Да, Игорь. В Москве задержано около 500 мигрантов из Таджикистана. Полицейские, столичные полицейские, перекрыли все входы и выходы на стройки на Заречной улице и увезли в полицию, по-моему, всех рабочих. И их будут проверять теперь тоже всех, естественно, на причастность к нападению на женщин в Москве. Произошли такие неприятные нападения в российской столице. По словам пресс-офицера столичного главка полиции Андрея Галиакберова, в вагончике на территории стройки жили двое граждан Таджикистана, подозреваемых преступлениями. Вот как задерживали всех рабочих, вы сейчас видите на своих экранах, их проверят на причастность к нападению. И проверять будут всех 500 человек. Также будет проведена и проверка в отношении руководства компании-застройщика. Она будет очень пристальная. В Федеральной миграционной службе нам сказали сегодня, что к этим задержаниям они отношения никакого не имеют. Такие массовые облавы на местах работы и проживания мигрантов в столице Российской Федерации проходили и раньше, например, накануне выборов мэра города Сергея Собянина в 2013 году. Представители таджикской диаспоры в Москве утверждают, что они повторяются довольно регулярно. Проверка, когда задерживают 500, их проверяют их документы. На предмет того, они легально находятся в России, или все-таки или обманутые работодателями, или, я повторяю, сами не готовы были к тому, чтобы работать в России легально. Процесс регулирования местами жесткий, он идет уже давно. Я могу сказать, что он идет с января месяца, уже скоро год закончится. А буддийского ламу Шивалха Ринпоче высылают из России по требованию ФСБ. С 2004 года Ринпоче регулярно ездил в Россию, а с 2008 жил в республике Тыва. В конце сентября Тувинское управление ФСБ вручило Лапсану Геле, это мирское имя ламы, уведомление о нежелательности его пребывания в России. Вместе с Ринпоче из страны выдворяют и его помощника Лапсана Церинга. За что, пока совершенно не ясно. Поздний вечер в центр Москвы. Буддийский лама Шивалха Ринпоче покидает офис своего адвоката. Здравствуйте. В конце сентября тувинское ФСБ заявило о нежелательности пребывания Ринпоче на территории России, причем не объясняя причин. Я знаю, что я прав. Я не совершал никаких правонарушений. В течение этих 10 лет я старался принести больше блага тем людям, которые обращались ко мне. Я учил их смотреть на мир более радостно, открывать доброе сердце и дарить любовь. О том, почему высылают Ринпоче, гадают и его последователи, и его адвокат. Знаете, на данный момент у нас существует абсолютно информационный вакуум. Вот как юрист, который практикует по этому роду дел и имеет довольно обширную практику, я нахожусь в своего рода изумлении, если можно так это назвать. Потому что человека более далекого от мирской суеты, человека настолько менее связанного со всеми нашими, да любыми событиями, будь то политические, социально-экономические, чем Шивалха Ринпоче, представить сложно. В Россию Ринпоче приехал еще в 2004-м. С 2008-го он жил здесь по полгода. Учениями и обрядами его график был забит до предела. На этих кадрах, к примеру, празднование дня рождения Будды, примерно 6 месяцев назад. В конце сентября учение резко пришлось свернуть. О чем вы подумали в первую очередь, когда получили это решение? Я не испытывал расстройства или печали. Я подумал, что кто-то совершил ошибку, возможно, из зависти или соперничества. Может быть, была еще какая-то причина для такого решения. И вот аэропорт Шереметьево. Регистрация на рейс Москва-Дели. На самолет Ринпоче провожает с десяток учеников и последователей. И, как правило, он там, да, постоянно принимает, выезжает иногда в регионы, насколько я знаю.
там помощь еще оказывает, там дает учения. То есть в Туве у него колоссальная работа. Не желая участвовать в судах и разбирательствах с ФСБ, Ринпоче улетает в родной монастырь. Учить миру, любви и доброте он будет уже в Индии. Илья Кизиров, Алексей Языков, Радио Свобода, Москва. Это были новости нашей команды настоящего времени. Благодарю наших коллег в Вашингтоне. Я Тимур Олевский. Оставайтесь с нами.